Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Сегодня вас ожидает увлекательная программа. Я буду говорить на тему, важную для вашего духовного хождения. Я прошу вас оставаться с нами до конца программы. Мы будем молиться о вас и поделимся прекрасными новостями. Поэтому оставайтесь с нами, и вы не пожалеете. Мы поговорим о том, что значит расти духовно. В Библии мы встречаем много мест, в которых Иисус говорил о том, что касается физической реальности и духовной реальности. Существует параллель между естественной истиной и духовными принципами. Я хочу привести вам пример. Иисус называл себя «хлебом жизни». А также он приводил в пример притчу о сеятеле, который сеял семя в почву. Также он приводил примеры о деревьях, говоря, что доброе дерево не может принести плохого плода, и плохое дерево не может принести добрых плодов. Он приводил естественные примеры, чтобы объяснить, как действует духовный мир и его принципы. Я покажу вам в Писании, насколько это важно, потому что нам просто необходимо расти духовно. Вы родились свыше в Царство Божье, и многие из вас приняли Иисуса. Когда вы приняли Христа, вы были духовным младенцем, и это прекрасно. Но вам вовсе не обязательно оставаться духовным младенцем вечно. Бог желает, чтобы Его народ возрастал духовно, становился зрелым. Для того, чтобы вы возрастали, вам нужно принимать правильную пищу. Если взять, к примеру, малышей, живущих в Африке, они недоедают. В документальных съемках мы видим, что они выглядят истощенными. Они постоянно недоедают, и в результате они не могут нормально расти, становиться полноценными взрослыми, так как не получают достаточно пищи. И правду сказать, сегодня многие христиане в церкви недоедают в духовном плане. Почему? Они не получают правильной духовной пищи, которая необходима для того, чтобы расти и становиться зрелым. Так учит Библия. Я хочу открыть Писание на первом послании Петра, глава 2. Я покажу вам пример из Слова Божьего. Глава 2, стих 1. Здесь сказано: «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Итак, апостол Петр через обычные жизненные примеры являет нам духовную реальность. Когда рождается ребенок, в чем он больше всего нуждается? В молоко матери. Спросите у любого врача, и вам скажут, что молоко матери — это самая важная субстанция, необходимая младенцу для питания, чтобы ребенок мог расти и физически развиваться. Петр здесь говорит: как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. То есть точно так же, как младенцам, для того, чтобы расти и развиваться, необходимо молоко матери. Новообращенному, верующему, необходимо получать молоко Слова Божьего. Это правильная субстанция, правильная пища, которая поможет им расти духовно. Мы должны ее возлюбить. Мы должны возрастать в Слове. Но проблема в том, что многие люди не растут духовно, потому что они не пьют словесное молоко. Кто скажет: «Но мне больше не нравится мясо». Да, я понимаю, есть еще и мясо в Слове Божьем. О нем говорит апостол Павел.
Но разве мы дали бы стейк новорожденному младенцу? Думаю, нет. Если бы вы дали стейк новорожденному младенцу, то бедняга не мог бы его прожевать, проглотить и тем более переварить. У младенцев даже нет зубов. Как же им есть стейк? Поэтому мы должны понимать, что люди находятся на разных уровнях духовного хождения. И мы должны подстраиваться под их уровень. Бог не требует от только что рожденного человека свыше, чтобы он сразу стал духовно зрелым. Он должен начинать пить молоко, возлюбить духовное молоко, напиваться основами Евангелия, и понимать суть Евангелия. Я разговаривал с новообращенным человеком в нашем служении. Я сказал ему: «Ты только что принял водное крещение, крещение Духом Святым. Просто читай Евангелие, узнавай больше об Иисусе и кем Он создал тебя. Утверждайся в истине Евангелия, утверждайся в Духе Святом, в Отце и в Сыне Иисусе. Читай Евангелие и послание. Утверждайся в основах Слова Божьего». И я не говорю, что ему не нужно знать о таких вещах. Но для начала, когда человек только пришел к Богу, ему важно утвердиться в том, кто есть Иисус. Мы должны дать людям время, чтобы они могли возрастать. Духовный рост, как и физический рост, требует времени. Я не могу требовать от человека, который только что присоединился к Царству Божьему и только недавно узнал об Иисусе и о прощении грехов, чтобы он сразу же стал полностью зрелым. Я не могу требовать этого от тех, кто недавно пришел к Христу. Я не имею права ожидать от них духовной зрелости, если я не даю им надлежащей духовной пищи. Еще номер один. 1 Коринфянам, 3 глава. Павел говорит: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» То есть Павел говорит церкви: «Я питал вас молоком». Почему? Потому что вам еще рано есть твердую пищу. И я говорю вам, как верующим, вам нужна правильная духовная пища. Вам нужно утвердиться в Слове, быть наставленными в Слове и изучать Слово. Учение крайне важно. Я верю в служение евангелиста. По всему миру мы видели, как к Богу обращались тысячи людей. И я сейчас не преувеличиваю. Я констатирую факт. Эти спасенные люди должны быть утвержденными в Слове, возрастать в отношениях с Богом, и им необходимо духовно расти. А если не будет учения, они не могут развиваться, они не смогут расти, и не смогут понять принципы Слова Божьего, и не могут получать пищу. Поэтому я твердо верю в поместную церковь. Я верю, что поместная церковь — это место, где верующих стимулируют и насыщают для того, чтобы они могли возрастать. Библия говорит, что пятигранное служение призвано снарядить святых на дело служения. Как их снарядить? Им нужно питать Слово Божьим, учить их по Слову, из опыта, учить принципам, а также делиться личным опытом своего хождения. Бог желает, чтобы вы росли и становились более зрелыми, чтобы вы получали духовную пищу и питались Словом. Иисус сказал: «Я хлеб жизни». И я хотел бы привести вам еще один пример из Писания, а именно из Евангелия от Луки, 2 глава. Луки, глава 2, стих 52. Речь идет об Иисусе. Вот что говорит Библия.
Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человеков. Я прочту еще раз. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и у человеков. А теперь послушайте. Если Иисус, совершенный Сын Божий, пришел на эту землю, и Ему нужно было расти в премудрости и любви у Бога и у людей, то насколько больше мы должны возрастать в этом? Возрастать в премудрости, в разумении, возрастать в познании. Если Иисус пришел как младенец, пришел во плоти, и Ему нужно было возрастать, то насколько больше нужно возрастать нам? И все дело в том, что мы должны готовить себя к росту, настраиваться на рост, на то, чтобы получать хорошее питание. А вы придерживаетесь правильной духовной диеты? Для нас очень важно получать здоровую пищу и слово. Здоровую пищу, не фастфуд, не подделку, а хорошую духовную пищу, которая будет насыщать вашу душу всеми важными ингредиентами, питательными веществами. Послушайте, Бог желает, чтобы вы возрастали. Вам нужно понять, на какой стадии вы находитесь. Если вам нужно молоко, питайтесь молоком Слова, пока не утвердитесь и не сможете принимать твердую пищу. Как в природе должен человек расти и развиваться, так и в духовной сфере нам нужен рост. Мы тоже должны развиваться духовно. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, а потом мы вернемся, и я верю, Иисус будет говорить. А также я помолюсь о вас, чтобы Бог ответил на ваши просьбы. Она не слышит левым ухом уже 2 года? Церковь, молитесь и стойте в вере. Ухо, откройся. Откройся во имя Иисуса, прямо сейчас во имя Иисуса Христа. И я приказываю тебе. Откройся. Ваше ухо слышит? Да, я теперь слышу. Слух вернулся? Да, во время Иисуса. Во время Иисуса. Аллилуйя! 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 Спасибо тебе, Бог, это так чудесно. Я 2 года не могла слышать на это ухо. Сколько? Чуть тише, пожалуйста. Я не слышала этим ухом 2 года. Это ухо не слышало вообще? Да, совершенно не слышала. Спасибо, Господь. И что произошло сейчас? Иисус исцелил меня. Воздайте Господу Иисусу великие аплодисменты, большие аплодисменты. Мы снова в студии. Мы говорим сегодня о духовном росте. Я верю, что Бог желает, чтобы вы возрастали и восходили на новый уровень вхождения с Ним. Для этого понадобится время, понадобится ваше усердие и правильное духовное питание. Точно так же, как в природе, если младенца не кормить надлежащим образом, он не сможет нормально расти и развиваться. Для того, чтобы вы росли, вам нужно правильное питание. Это правда. И для духовного роста. Вам нужно Слово Божье. Вам необходимо словесное молоко. Вам нужно твердое учение, основанное на Библии. Нужно, чтобы Дух Святой дышал на вас. И через помазание Духа Святого вы сможете постепенно расти. Бог есть Бог устройства. Он сам учредил пошаговую структуру. Он не станет переигрывать через процесс.
Я понимаю, что некоторые люди растут быстрее, но даже у них присутствует процесс развития. Бог создал процесс, и мы должны уважать сам процесс. Иногда мы имеем о себе нереальные ожидания. Мы должны понимать, что нужно пройти процесс развития, процесс духовного роста. Я хочу показать вам еще несколько мест Писания по этой теме, чтобы вы могли утвердиться в Слове, и затем я помолюсь о вас. Итак, посмотрим места Писания. 2 Петра, глава 3, стих 18 сказано: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь». Он сказал: «Возрастайте в благодати и познании». То есть, несмотря на то, что мы приняли Его благодать, несмотря на то, что мы уже приняли спасение, здесь я хочу остановиться и объяснить. Вы не можете стать еще более спасенными, чем сейчас. Вы не растете в спасении. Что я имею в виду? Если вы сегодня примете Христа и перейдете в вечность через 50 лет, то вы будете также спасены. Не бывает роста самого спасения. Праведность мы просто приняли. Праведность во спасение принимается верой. Это дар Божий, который вы принимаете верой. То есть вы не можете возрастать в спасении и в спасительной праведности, но вы можете расти в познании, расти в разумении и благодати. Вы можете возрастать в откровении и во многих других сферах. Происходит удивительный рост и развитие. Петр сказал: «Возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Это значит, да, я спасен сегодня, но мне нужно познать Иисуса, познать Слово. Я должен развивать познание и разумение. И для того, чтобы мне стать зрелым верующим, я должен еще глубже погружаться в Слово, в молитву и в общение, и быть частью поместной церкви. У многих людей возникает проблема найти себе церковь. Церквей множество. Но послушайте, чья идея была создать церковь? Разве это идея человека? Это идея Бога. Иисус сказал: «Я построю церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Он поставил духовных лидеров и пасторов. Бог назначил их на служение, чтобы они высвобождали то, что говорит Слово и что говорит Дух. Тот факт, что в церквях случаются негативные вещи, и я не отрицаю, что такое случается, я не говорю, что все церкви совершенны и что все там абсолютно в порядке, но это не отрицает тот факт, что у Бога на этой земле есть люди. У Бога есть своя церковь на этой земле. Помазание течет, и чудеса все еще происходят. Звучит проповедь слова. Мы не должны закрывать глаза на то, что делает Бог. Вместо того, чтобы смотреть на то, что делает дьявол, я лучше буду смотреть на то, что делает Бог, и что происходит под действием Духа Святого. Так мы будем расти в познании и благодати Иисуса Христа. Это и есть воля Божья для нас. Колоссянам, глава 1, стих 9 и 10. Павел говорит: «Посему мы из того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой мудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Он говорит церкви: «С тех пор, как мы услышали о вас, мы не перестаем молиться о вас». О чем именно Павел? О том, чтобы Бог наполнил верующих познанием Его воли, чтобы они возрастали в разумении духовном. Бог желает открывать вам свою волю, и Он желает, чтобы вы возрастали в помазании Его воли, для того, чтобы вы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Другими словами, ваш рост и есть воля Божья на все свое время. Если вы сейчас духовный младенец,
Наслаждайтесь этим сезоном вашей жизни. Вы должны научиться наслаждаться тем сезоном, какой Бог вам дает. Поймите, на каждый сезон вашей жизни Бог дает вам свою благодать. Я помню, когда мы только начали служение «Рассвет пробуждения», мне понадобилось благодать на определенные начинания. Оглядываясь назад, я удивляюсь, как я это все выдержал. Я понимаю, что это был такой особый сезон жизни, его задумал Бог. Сезоны нашей жизни постоянно меняются, точно так же, как меняются времена года. Представьте, если бы круглый год было лето, все было бы иначе. Но, к счастью, у нас есть весна, лето, осень и зима. Сезоны постоянно сменяют друг друга. Времена года меняются каждый год. Так же происходит и в нашей жизни. У Бога есть разные сезоны для нашей жизни. Он желает, чтобы мы возрастали, становились зрелыми. Но для этого каждому из нас необходима пища. Мы должны питаться истиной Слова. Словесным молоком, мясом, твердой пищей. Аминь. Это важно понимать. Вы должны развиваться. Развитие и возрастание в духовном хождении с Богом есть воля для вас. Я хочу прочесть еще одно место Писания. Это 91-й Псалом, 13-14 стих. Смотрите, что говорит Библия. Здесь ясно видна параллель между физической и духовной реальностью. По всей Библии мы видим примеры того, что какие-то естественные физические вещи указывают на определенные духовные принципы. Иисус постоянно использует эту аналогию. 91-й Псалом — это аналогия с естественным миром. Смотрите, праведник цветет, как пальма. Что такое пальма? Это предмет естественной среды. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, и они в старости плодовиты, сочны и свежи. Аллилуйя! Правда прекрасно? Итак, Библия говорит, что праведный. А кто такой праведный? В Новом Завете всякий верующий в Иисуса Христа, всякий, кто омыт кровью Иисуса, кому прощены грехи, теперь праведен. Праведен перед Богом. Здесь сказано, что праведный цветет, как пальма. Это означает, что мы с вами должны цвести, должны расти и развиваться. Это и есть воля Божья для нашей жизни. Возвышается, подобно кедру на Ливане. Кедр — это дерево. Еще одно сравнение с природным элементом. Насажденные в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Аллилуйя! То есть, когда вы возрастаете духовно, вы продолжаете оставаться сочными и свежими в Божьем присутствии. Кто-то думает, что духовная зрелость означает, что вы становитесь скучными и недовольным своей жизнью с Богом. Но я уверяю вас, это ложь из ада. Библия говорит, что они в любом возрасте приносят плоды и остаются свежими и сочными. По мере вашего возрастания вы не будете становиться все более негативным, депрессивным и озлобленным. Но если вы живете в Божьем присутствии, ваша жизнь будет сочной и плодовитой. Я помню, были такие пасторы, которые говорили, «Этот человек так захвачен Богом, потому что он еще слишком молод в Господе. Вот повзрослеет, вся эта ревность поутихнет». Они называли это зрелостью в Боге. Под зрелостью они имели в виду, что человек станет скучно, он будет всем недоволен. Это ложь. И сейчас я хочу помолиться, чтобы Бог помог вам расти и насыщаться духовной пищей. Отец, во имя Иисуса, я молюсь о каждом человеке, чтобы они росли в Божьем присутствии. Я прошу Тебя, каждым, кто нас смотрит, может, эти люди — духовные младенцы. Я прошу о тех, кто еще не принял Иисуса как своего Господа. Пригласите Его прямо сейчас войти в ваше сердце.
попросите Его прийти и очистить вас. Отец, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся каждого. Помоги им цвести, помоги им возрастать и оставаться свежими и сочными в любом возрасте. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал им основательный духовный рост, чтобы Твое присутствие было с ними. Исцели тех, кто болен. Да благословит вас Бог. Не забудьте подписаться на наш YouTube-канал и наш подкаст. Мы предоставляем духовную пищу, чтобы вы могли возрастать духовно и развиваться. Поэтому будьте на связи с нами и получайте библейское учение, твердую, помазанную пищу, чтобы вы могли питаться и возрастать. Для роста вам просто необходимо Слово Божье. Аминь. Да благословит вас Бог. И мы обязательно увидимся с вами в следующей программе. Да благословит вас Бог. We'll be right back.